Вот, друзья, Бастионов сын. Сколько Виталий Фенисович ему? 2 года 10 месяцев. Виталик, так это от моей зорки. Да. Это ваша зорка? Да. Я это хотел на эту зорку поглядеть, которая родила такого вот таким красавца. Вот зорки мы родуем, девочку народила. Да. Эту... Як я Золушка. 2 года 10 месяцев. Как зовет, называется? Как зовет? Амур. Вот это Бастионов сын. Вот зорка. Мне кажется, может, он ваш уже Бастионы перегнал. Не. Зорка. Ему еще только еще 3 лет нет. Ён. Да, зорка дает племя. Вот зорка. Я скажу, мы уже на нем ездим. Верхом. Аккуратненько. Да. Да. Это чалая, да? Ну он тоже. Он сейчас... Коричневый мех на нем полностью. И он сейчас 1,74 м должен быть стабильный. 1,74 м был сколько? 2 месяца назад мы расчищали ему кому-то. Вот морда, Викторович, да. Бастионов. Да. Литовская морда. Литовская морда. Да. А уже цвет забрал мамки. Мамкин. Да. Масть забрал материну масть. Все копытики как один. Да, в аккурат. Гнидая. Хозяйство как положено. Все, висят, да. Не то, что надо там щупать. И кучеравы, как Бастион. Ага, искать. Ну, зорки будут. И хомутик, наверное, семерочка уже, да? Не, еще хомутик его маленький. Это шесть. А, не. Такая... Пятерочка где-то. Пять. А сколько ему? Два. Все, иди на место. Пусть, дай его снимут. Виталик. Ну вот. Ну вот, можно, вот как вот, смотрите, друзья, для жеребца-производителя корыта. Ты себе выставляешь? Да. Он, нет, для кареты. Для выезда. Ребята, как бы, это... Да, для души. Да. Для души. Вот у меня еще 10 интересуется один вопрос. Вот видите, друзья, какая у него челка, и уже тоже кучеравая. Вот это Бастионов, сынок. Все, видите, как в цирке. Опилочки, тоже с кубовика, решетка, и все. Они приехали того, барбисона забрали. Да. Вот таки пирожок. Отлично, все. Зад. Нет, я имею в виду, да, и состояние, и вот копытики нормально. Тем более, ты сказал, 2,10. Это вы, Феликс Ильич, мерили где-то 2 месяца назад, уже был. 2 месяца назад, 1,74 м на рулетке, на станке. Да. Специально все как положено. Ставил, да. Да. Можно еще можно подрос, как бы, потому что растет, как бы, хорошо корм. Будет раздаваться хороший корм до 5 лет, да. Ну, Сан Саныч, перейдите, пожалуйста, порог. А что ты говоришь? Что пожелаем этому фермерскому хозяйству процветать долгие годы. Пусть ребята смотрят. Вот мы опять покорили, приезжаем, не спим. Приехали к нашему коневоду. Удивились. Сильному коневоду, да, сильному. Приятно, ребята. Любитель. Да. Так что, друзья, по каких вопросах, скажите, Виталий Феликсович, свой номер телефона, пусть люди звонят вам. 8044-55-77-552. Да, вот звоните, если какой вопрос интересует вас, звоните на этот номер. Запрягал я ездил, все, на город. Мы по городу ездили, верхом на его. Уже... Приезжайте в гости как-нибудь посмотрите. Ну вот, у вас... И потомство опускают. Я телефон запишу. Мне просто очень интересно посмотреть на вас. Лоб, кучерявость, гривы, кучерявость. Да, хороший. Я скажу, она нас привела девочку. Тоже мать такой. Золушка. Месяцев. Не, она такая... Что, пойдем. Я дело в том, что хотел еще такого же, ну, именно, чтобы папа и мама были, и чтобы еще такого для пары. Пары вот. Запрещу. Вот это как идет красиво. Не знали мы тебе, ты приехал бы копия. Меня уже брал бы. Саня, такие самые был. Я на тебя то, что сейчас выленил. А так будешь вообще зимой оброс этим, как называется. Ну, перолинял. Там он был вообще коричневый. Меняя. А потом уже вот сейчас выленил потихоньку. И вот уже вот такие. 2,10.
2 года. Алёша у меня забрал 6 месяцев. Точно. Так его чалый. Темный такая, трошка больше такого вот так на ноге. Вот у шея тут трошка светлее, а то вот так его забрал. Такие костяк. Вырос его. Ну, я скажу, они медленные. Ну, скажем так, это не то, что ты полетишь, и он тебе будет. Да, ни разу не подскокнул, ни задом, ни передом, ни козлянул, ничего. С первого раза посади своего друга. Человек, я говорю, давай, я говорю, боюсь. Я говорю, не бойся, я держу. Так вот потихоньку провел, без седла, без ничего. Так провел, сразу седло одел, потом седлом провел. Я говорю, ну так давай, может, и хомут уже попробуем, как он. Чик, хомутик, аккуратненько. Все, только тихо, аккуратно, потихоньку. Все, Виталя, много секретов уже даешь. Пошли, все, на выход. Пойдемте.